Пятый да, класс. вот это когда добавляются, Салон. там вот это как миллилитры, да, вот это граммы, килограммы. Да. Да? А, ну все, так бы сразу сказал, что это единица измерения, и все, че. О, писька заговорила. Привет, писька. Привет. Скоро. Привет, привет. Хорош. Пососите-то. Я после вчерашнего до сих пор не особо понимаю, что происходит. Ты что, Турбо, ты мой ЕП продавал, что ли? Нет, я же это заходил, и тебе скидывали это. А, ебать, да, нихуя, войр уже 90 тысяч ЕП, блядь. Да что, ты как-то взломал? Или что? Откуда 90 тысяч у тебя войр? Накручивает, блядь, заебал. Да. Во, блядь. На сайте фанпэй голду покупает. Да что-то громко говорит. Итак. Fanpay.ru. Первая биржа, блядь. Я сегодня тоже, кстати, на Fanpay GLD купил. Админы есть? Конференции. Гоу, танки, блядь. Право, да, начинай? Гоу, танки. Ну, кто в танке? Я один, ты чё? Погнали. О, пан, ебать, ворвался на полхатора. Господи, как же я по вам скучала. Турбо, почему на тебя во множественном числе говорит? Не знаю. Это на тебя новый типа? Это обидно. Это обидно, да, должно, наверное, быть? Ну ладно. Это уважение к старшему человеку. Ебать, да тебя старого назвала, блядь. Епа. Не, ну это бан, блядь. Да ладно. Надо привыкать. По сравнению с Турбо, я уже мотлох старый. Да, я... Ну, типа, Турбо, по сути, старше меня, так что... Типа, по идее, ну, что-то ему много... Ну, по сути, старше. Все старше тебя, если что. Да. Ну, как бы. Ну, вообще, да. Тут есть кому 13? Молодец, блядь. Ну, блядь, туда иди, не пожалуйста. Вон его, ему не дам. Так не обманывай людей, блядь. Какие 15? 15,5. Двое. 15,5, да? Трое детей, блядь. Красава, нахуй. Мы сейчас про возраст же, правильно? Да, про длину. Ты что там 15,5? Но не про кабачки, блядь, микстуркины, блядь. Мастер хорош. Ивинар. А. Алис, а какой кабачок у микстурки, ты знаешь? Большой. Все, ебать. Кто кому приезжал, ебать, проверять, ну, признавать. Там, наверное, вчера с моего. В интернетах общались. А, она же с кабачка с твоего общалась вчера, ебать. Алиса, и как тебе это, разговоры по кожаному микрофону? Расскажи. Мне понравилось. Хороший звук, да, блядь, правда ли? Да. Больше 44 герц. Ладно, смех смехом, пизда кверху мехом. Играем. Это видео наберет 100 тысяч просмотров. Ты еще снимаешь? Компромисс. Я снимал, фоткала? Сейчас, если Алиса еще сосок пришлет в Дискорде, тут миллион. Я канал забанил. Это ж ЦП. Да это ЦП же, блядь, ты шо? Ну он 26-й кадр поставит сосок. Понимаю. ЦП это центральный параллель? Конечно. Да. Что ты глупости какие-то спрашиваешь? А ну сюда давай. Не прохилили. Все до этого, блядь, прожал. Ни одной хилки не получилось. Я тебя, блядь, хилил, а ты не хилился. Какого-то хуя, я охуел.
Чё у вас? Бля, ну на каком языке разговаривать вообще, блядь? Подводите мобов. На языке мастера. Сейчас нужно после каждого слова говорить нахуй. Нахуй. Мне кажется, даже это не поможет тебе. Перестаньте бить, пусть он соберет. Перестаньте бить, пусть он соберет. Просто хильте микстурку нон-стоп. Пусть он собирает. Все. Чё это вы затихли-то? Побоялись камеры. Ну как бы по-чешски называется? Сумеречные, чё там? Турбо. Как по-чешски баф называется? Я не помню, у меня на листочке записано, где писать баф. У кого чешка есть? На сумеречные костер... огни. Огни? А, да. Я же не... Ты мне, блядь, стал на Иване, тут забит еще, блядь, объект. Давайте еще двух боссов на рассаглите. Нахуй вы это рассаглите, блядь. Еще мы на него не идем, на этого босса. Ну, первого его убьем. Что такое серьезное? Расслабься, блядь. Сегодня чешка должна упасть. Или ты впечатление пытаешься произвести на даму? Чешки. Какая чешка именно? У них три же падает. Не лишние? Три упадет. Три. И там где-то лишние не будет. Три лишние. Да, спадало, да, одна хила и две ДД, если не ошибаюсь. Две хиловские, одна хиловская и одна... И две РДД. РДД. РДД, что хуже. Сегодня три лишних упадет. Не надо браслеты, мне как бы на чешке. Ой, не говори такие слова, потому что всегда, когда ты говоришь, они никогда не падают. Ладно, три танковских упадет. Сейчас бацу про три танковских. Ну, войду, а будем отдавать за 100% профессии. Чё, Савян? А чё, трэш уже всё, да? Вон ещё. Вон поедет ещё три пацика. А ну сюда. Второй ушка потом вырывается. Как понял, скоро появятся рейды только для второй карты. Ну, через месяц 8. Почему? Почему только для второй карты? Рано еще. Ты что, вторую карту получать 6 месяцев? 7. Это если каждый день делики закрываете, поставки доносить? Да. Не, без поставок. Есть. Ну, все три далеко? Или... Четыре. Четыре далеко. А, даже остров.
Не знаю, у меня 3K-карта уже где-то 2 месяца или 4 больше. Сколько это? И у меня вот город... Давай я тебя в Долоран дам, ты сам дойдешь. Чё, не? Ладно, сейчас найду тебе для города. На. Рыбу поставим. Читаешь? Да. Турбо, скачай себе портал бокс. И не ищи. Я не люблю аддон. Это самый лучший аддон, блядь, для мага. Шкаф поставили, присвоили все. Я играю на макросах, мне не нужны аддоны. Даже ДБМ не нужен. Нормальные пацаны играют на макросах. Ну такое, честно скажу. Это ты прям как в том ролике, блядь. Команда, говорит, играет плохо, а вратарь хорошо, блядь. А ты кто, нападающий? Нет, я вратарь. Имбас, почему в рейде? Вибер, ты где? Для чего? Тря пока нету, а чё вешать его когда? Имбас. Не знаю. Нужно подойти поближе. Раз повторяю, у чулана больше нет денег, я его сегодня ограбил. Так что не просите у него. Ты ж там всего лишь 50к забрал. Не, я 8. Я был, в общем, чулана, я его встретил там. Под тирашишкой. Итак. Фулрибафы раздали половину, почему только на мне каска висит? После резки идем фармить воронки. Бесплатно отдаю. Да ну. Да они не упадут. Ой, они падают только после первого босса. До ЦЛК будем бить трэш. Мы можем нечаянно босса зацепить и убить. Не. Я был уже на таком фарме, 6 воронок себе нафармил. Я не видел, где воронки падают вообще. Ну, короче, до первых боссов. Короче, до вторых. Я собираю рейд и отдаю их бесплатно. И так что имейте в виду, не 6000, 0 голды нужно будет за воронку отдать, я буду отдавать. Я знаю, как Вайт будет отдавать. А чё так дорого, 0 голды, блядь, что? Выпадает воронка на групп луки, он ставит, распределить ответственность и всё. Не, я бесплатно буду распределять. Пан, путаница. Так что кто Т5 собирает, собираемся. Будет ЕП еще за это. Поспекайся в танка третьего. До этого босса. Да что, до танков нет, пиздец. Каждая воронка так, стоит. Я... Шкаф воткните, я ссылки перекину. Шкаф стоит. Чё, микс, только сегодня тебе танчишь, да? Да мне насрать, ты мне браслет давай. Я хоть тебя залогу. Смотри. Танчу. Нет, тактика говно, никогда ее не поддерживал, не буду поддерживать. Какую? Стоять с боссом? Чтобы все мильки стояли возле входа, а РДшники только боссы бьют. Не, да пусть хотя бы первый не бьет. Блин, когда выйдет вторая... Куляй. Ну ладно, хотя бы герой. Куда ты побежал, Макстурыч? Я ну, гуляю. Во-первых. Бан. Взяли рейндж. Полтар не оставляет живых. Молодец, раздавак. На второй копии герой. По Вайду киньте еще раз сальву и по турбе.
Шторм крюков. Дал ШВ. Чип, ты ШВ держишь, господи. Не так, ты тратишь. Героев и без тебя. Турбо, осторожно. Мосса, уйдите. Панна убила, забери микстурку. БР по пану. А рост будет, значит? Веру. Перед лицом Мосса, хорош. Давай падаем, это бред. Нет. Теперь падаем. Хилы бред. Бред, бред от того, что микстурка хреновая пуля. Блин, сколько раз я вас сюда водил, мы убивали нормально. Вы никак не можете тактику на этого босса понять. Балтар не оставляет живых. Еще раз тебе говорю, это тактика для дна, нахуй, банова, ой, назад. Не будем никогда мы так быть. Ну вы так убивали, мы убиваем так, все, вопросов нет. Люди нахуй до сих пор Синдру убивают под сопротами, блядь, и черным. Да не только Синдру, и кровавые под сопротами. Вот он зачем сопроты. Хилить. Надо Севиану спулить еще. Время этого босса. Микстурка, ты почему? Покажу. Ладно. Чё, пан начал танчить, чё-то. Пан не начал танчить. Спулили босса наверху, ты побежал какого-то хера этой стороной. Зачем? Я побежал наверх. Смотрю, ты мог побежать бежит, вот отсюда, да? Вот, ты мог отсюда бить. А тут еще можно? А, ну хорош. Так, фулл ребаф раздали, рыбу жрем. Тут тактика, по-моему, по кругу водить самая крутая. Да, что-то слышал такое. Я по ним убивал, нормально, мне понравилось. Босс идет первый, а за ним по розикам две копии. И рейнджа есть, и все. Великий, легко разбегаются. Всё хуя. Алмасков Икс выру... Ну, как ты не уронишь, если у босса стаков много? Кулаки там... раздайте, алё. Для этого... Так чё, как обводить босса? Для этого отводят в поле босса... Кулаки! Чтобы танк откидывал босс. Пока он откинет... И босс идет до танка, за это время стан на танке проходит и танка не убивает. Я такое слышал. Короче, на пол. Приеду, то пофиг. Я тебе говорю, танк отлетел, босс до него еще не добежал и стан проходит. Уже. Пуляй, Микстурка. Понимаешь? Цирк приехал. Прыгай вниз. Перед ебалом босса не стоим. Можно решить проблему, играя по тактике, а не придумывание какой-то хуйни, бля. Ну по тактике это не стоять метко вместе. Вот сейчас 50 уже стаков на боссе. Ну вот, один, блядь, перед ебалом умер. Два. Второй. Геру. Никогда не понимал, зачем Геру далеко. Уйди, уйди, уйди.
Так, Имбас, Берни, Костеля. Ну, на кого ты давал? А, еще с прошлого трая, понял. Босс, тогда ты не берьте никого, пока с ним будет танк на суп идет. Готовимся, скоро третья копия. Вдвое сильнее страдания. Попал, попал. Че, хилы достают нормально? Всех достаю. Отлично. Так друг на друга копит. Дал дам шива. Прожимку. Я дал шива, не давай, бля. Да я дал. Да добьем. Резвите, вставайте, бегите сами, Винс, быстрее. Следующая Сильван. И я в ДД. Сильван, огненная пропасть. Савиана, ты Сильван. А, да, так прочитал. Джилса поставьте, либо мама, да он просто клинит. О, надо же починить. Отъехал. Ненавижу я эту хуйню, когда после смены спека, блядь, у тебя убирается кровопускание из панели. Кто-то опять сыпнул нахер. Метки выглядели сразу. Турбойс классная, Ромка отъехал Мосса Саммервилл. Ух, турбо.
Слышишь? Да может я в ДД, кто-то другой тьму потанчит. А как же, блядь? У нас второго танка нет на свет, ты хочешь, блядь, это? Вот есть. Пан в танках. Я тоже в танках. Пан справа, мои слева, МБ. Все, что на полу? Танку в пати шаман не нужен? У танка есть 4 пистолета. Пан, потанчишь или это? Свет, либо тьму. Понял, спасибо. Ну давай, я начну, пусть он ротаун потом сделает. Огромный объем. А ты чё хочешь, тогда... свет или тьму? Дим. Ты не это до сих пор нет. Я дуплил то, что если здесь танк будет, допустим, ты сначала здесь поддержишь и будешь потом в тьме танчить. Понял. То... Это я понимаю. В свете набиваю агро, он забирает босса, все. И он будет танком. Нет, все нет, нормально. Я ж не полностью свет собираюсь. То есть набью агро, он заберет, да и все. Имба, ты в друиде, рестор. Блядь, у нас было 6 хилов. Моссов кота. В свету у нас Алиса плюс... Ой, ну зад. Хотя не. Не-не-не. Алиса плюс бузь... Блядь, это опасно. Алиса плюс бычьи головы. О, так пойдет. Бузер, ой, назад, имбас в этом. В тьме.
Пан, ты будешь в свету танчить или во тьме? Определяется. Да тьму рал кидай. Пан, тьму танчит, микстурка свет. Значит, микстурка первая начинает. Во тьме осторожно, милики. Первая, вторая пати тьма, третья, четвертая пати свет. В свету у нас Бузер, фу, блядь, Бузер. Хумве плюс Ойнузад будет, да, окей. И бычьи головы Бузер имбас будет во тьме. Вы меня поняли, плюсанули? Какие пати выходят в свет еще раз? Третья, четвертая. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. А диспейлит кто чё? Распределите сами хилы, блядь. Или вы вообще не скилловые? Мы тупые вообще, никто не будет ничего диспелить, пока не скажут. Не будете диспелить, хилы будут нахуй получать ГП. Так тебе подходит? Ну, мне выгодно. Ебать, сразу плюс 150 IQ опытно. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Бычья голова выбежит. Перебежали. Классная Галя. Галя. Скоро меня перебежали. Скоро вторая фаза. Пустили справа. Так, танк. Вперед танка никто не заходит. Танк зашел, хилы за ним. Имбас, падение метеора, блять, ГП. Мосса, подними имбаса. Пан умирает, умирает пан. Просил пана. Подальше чуть-чуть. Следующий. Лезвие. Пан. Ну пан, я говорил, умер. Пан умирает. У него даже дух. У него это три. У тебя что, танковских твинек нету, пан? Он деф отдал хоть? Нет, что-то он зашел, сразу фул хп потерял в стычке. Дон бы уже там... с самого начала умер. Там просто дух сработал, хули престолский. Там не две тычки, три тычки. Поним. А чё вы долго парите? Ставьте микстурку в тьму. Какая разница, если пан и в свету будет падать? Почему это он будет падать? Там Алиса. Да да, тринками он был, чё, блять, почему? Сейчас одел танковские тринки. У нас так-то на пула нет, он там вряд ли удержит. А тут танк, блядь, удержит цвету, если в него вначале ворвутся все, блядь, да? Ну пока люди переходят, портал он не бьет. Там-то 20 человек бьет за цвету, там 10 бьет.
А в свету, блядь, с пула, нахуй. Он если будет держать, да, то у него сорву тоже огромный. Зачем ему с пула держать? Да, там ДК же держит с пула. Если ДК будет держать с пула, блядь, и потом зайдет во тьму, блядь, оно раскинется. Мастер. Мастер, там просто ДНМ просил нормальную вещь. Он сначала поддержит босса, где-то половина времени до того, как портал появится. Потом пан просто забирает. Короче, до первого метеора забирает микстурка, потом пан у него забирает игрок. Все, поняли. Рейдим, да. Пока все обилки, всякое дерьмо у всех прокает, микстурка, да, микстурка держит. Не хватает нам. Бафайте, пожалуйста. Раздавай-ка, захлебуй. Кулак себе подвину. Же понял, да, что мы хотим? Понятно. Я так знаю. Нет, уходи, микстурка, уходи, микстурка. Ой, вы, ребят, смотрите за агро, пожалуйста, просто смотрите за агро, не надо, не торопитесь. Да, все нормально, просто он это, не понял, походу, что мы хотим сделать. Не, он хочет показать, что он соло оттанчен. Да он оттанчен соло просто, блин, на это полу вообще он нету. Не старайтесь сорвать агро. Первая фаза иди, вообще ничего не значит. Сакру говори. Турбо сальву. Да я вынесу. Пытаемся. Перебежали. А, забыл им басу кинуть гертами. Давай, микстурка, заходи. После танка все заходим. Бля, кто так, сука, диспелит? Зашли все остальные. Давай, стерек. Ах ты охуевший, блядь. Классно. Серу дайте. Крутимся. Опять агро. О. Бойд заценил. А надо назад шаги делать или так же само стоять просто? Где сидеть, оно исчезло, появится? Там и появится. Ну, понял, понял. Ромка. Ну, босс с центра не уходил. Вторая, третья фаза, готовьтесь увидеть. Имбас опять умер, да? Пана, поверни от портала, сейчас выйдут, дыханием убьет кого-нибудь. Ну, хвостом-то тоже, на. Масло. Идем. Микстурку хилить. Да я пожму, с чего? У нас тут два хила, еще и бузер. Моса Берни в свету... А, блядь. Пана, держите, ну, блядь, хиль ты его уже. Мосе можно в свет выйти, так? Ромка, выйди. Моса, выйди в свет, потому что он трупы, нахуй, Берни кого. Да друля.
Бузеру ману надо было залить. Бузер без маны. Возложение есть, Almost Call, Волтек. Мостков, дай возложение по бузеру. Раздавака. Раздавака, уйди! Мосфет, возвращайся обратно в тьму. Даш, Иннер по бузеру. Дыхание сейчас будет, заходи в портал. Блять, там лезвие, не заходи. Хуёво. Мы должны добить чё? Тимбас тут у нас. Тимбас, залей ему ману, или ты себя забрал? Здесь кто? Лезвие. Ух, как он меня заебал. Диспел. Выбежал имбас. Как имбас умер? Лезвие? Добивайте. Говорил, кричать. О, браслет дрона. Сюда, давай. Слышишь, давай на мейнспек я рулю. Сель нажал мейнспек. А ну стой, а если я мейн нажимаю, мне да пойдет? Где? У тебя твинк на. А ты охренел. Так, я говорил сразу, это дрон нахуй. Так. Браслет. А, нихуя, это не. Так, журнал. Отмените. Вальтер, я надеюсь, ты не обидишься, если я браслеты возьму. К тебе приор выше. Чё, да не, ну у меня в спек просто это идет. Мне или. Подождите, сколько она? 490. ХМ браслет или отсюда? Соответственно, отсюда проще выйти. Наручи астральные беглеца, кожаные. Алису. Хуба. Все, мастер, теперь чешку мне выбиваешь. Чем какашка, понял? Надо дисконнект, блядь, срочно. А, стоп, это нахила. Там-там. Есть у кого-нибудь на КТМ или Оумен, который показывает после инвиза агро? Очень надо просто.